Прекрасная новость для поклонников Чалара Эртугрула. Его новый сериал на цифровой платформе Blue TV Magarsus уже доступен подписчикам и получил высокую оценку у прессы. Десятого августа цифровая платформа Blue TV представила первые две серии своего нового сериала «Магарсус» подписчикам. Во вторник, 8 августа, в отеле «Хилтон» состоялся гала-вечер сериала, главные роли в котором сыграли Чалар Эртугрул, Эрджан Кесал, Мерве Диздар и Беркай Атеш. В выходные сериал был представлен журналистам, которые дали высокую оценку проделанной работе. Особое внимание привлекла прекрасная музыка Тайгара Ишикли, который использовал в саундтреке музыкальный инструмент чаранго, характерный для Южной Америки. Сериал, названный в честь античного города Магарсус в Адане, был написан и режиссирован Юнусом Азаном Каркутом. Юнус Азан Каркут, который сам владеет землей в регионе, удачно передают свои реалистичные наблюдения об окружающем его мире апельсиновых садов. Сериал рассказывает историю семьи, которая контролирует цитрусовую промышленность в прибрежном городе Сарыбахче Чукурава. В касте проекта Беркай Атеш, Чалар Эртугрул, Мерве Диздар и Эрджан Кесал. По признанию журналистов, их поразила работа Чалара Эртугрула, который появился в очень необычной роли. Он предстал на экране в образе Тургута, сына основателя компании по продаже цитрусов, Эрджан Кесал. Тургут вспыльчив и задирист. Чалар признался, что он был очень вдохновлен персонажем, ознакомившись со сценарием трех первых серий восьмисерийного проекта. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.